сейчас на самом деле уникальная возможность. Сейчас же начинается охота, это месяц топовый, июнь месяц, это самый сезон, да. И мало того, еще снимается карантин, и начинаются, запускаются все тренинги. Там база, охота, мастер, телеска. То есть вот надо сейчас идти на офлайн, потому что, смотрите, я вам так скажу, 100% будет вторая волна. Все понимают и знают, что осенью опять вы уйдете на карантин. Вот сейчас открывается, только открывается, вот мы проводим июнь, июль, август, и мало того, что мы, еще и все диджеи, короче, и все говорят, друзья, ну все диджеи, там, все, кто вообще как-то с концертной деятельностью связан, все, короче, вот у нас есть три месяца на офлайн тренинге, а дальше вы уходите на карантин, и вы вернетесь вы только весной с этого карантина, и это 100% уже понятно, там вторая волна, короче, будет. И все говорят об этом. Поэтому в сентябре забудьте про офлайн тренинги. Сейчас надо идти на офлайн тренинги, а в сентябре надо идти на онлайн тренинги. Вот, то есть сейчас как бы возьмите себя за яйца, там возьмите там, не знаю, ну вы уже все равно и так все удаленно работаете, поэтому как бы что, приезжайте в Москву там и вперед. Все встречаемся в Москве. Ребят, в Киеве не будет ничего. Сейчас все в Москве будет происходить. Вот. Офлайн будет в Москве. В Киеве это только онлайн-тренинги, к сожалению, нашему пока что. Вот. Вот эти три месяца не будет, потому что мы сейчас выходим экстренно из карантина и там все проводим, а потом мы закрываемся и, значит, на карантин. И вот за это время у нас там появится, вот после мастерского тренинга у нас появятся новые тренеры, новая команда, как кому... У кого получится ездить там по другим городам, там тренировать народ и так далее. А сейчас пока что у нас такого количества народа нету, чтобы всех там удовлетворить и во всех регионах там все провести.